Всем здравствуйте, с вами Джейсон Говорун. Это Депония. Продолжаем. А почему бы и нет? Это же зашло в такую небольшую, в маленькую такую традицию. По вечерам запускать Депонию. Остановились мы на том, что, кстати, на Ютубе запись неполная. У меня дропнулся где-то за 2 минуты. За 2 или 3 минуты до окончания стрима у меня дропнулся инет, видать. ОБС перезагрузил стрим, и поэтому я концовку не стал заливать, там особо ничего и не было, я просто попрощался. Здравствуйте, здравствуйте, Вирус Строян. Здравствуйте, мой дорогой друг. Короче, я уже определился с тем, что мне нужно. Короче, у нас есть три личности Гаал. Леди Гаал, которую нужно сюда, вот суды прям пригласить на ужин, я так понимаю. И она разомлеет и скажет: окей, я пойду с тобой, Гдок, мой хороший Руфус. Нет, она так не скажет про Руфус, он, потому что бездарь. Есть Дадиро Гаал, которая... которую надо развеселить, спев тупую песню, либо вообще какую-то смешную песню. С этим я тоже определился. Вернее, как ее сюда пригласить, я еще пока не знаю, но это мы разберемся по пути. Что с задирой делать, я знаю. Там у гнома надо своровать крабью. Крабью, короче, именно. Потому что в диалоге говорилось про музыку. Брачную музыку крабов, что-то такое, да? Нам нужно партитуру своровать, ноты, в общем. И подменить на Соля Био, которого гондольера. Потом, у нас есть малышка Гуал. И она безбашенная. Она хочет сопротивления тому молодому, я забыл, как его зовут. Для этого нам нужна рука игральная. А для того, чтобы... вернее, как эту игру нам с вами... игру? Что я сказал? А, нам, короче, надо, чтобы вступить, поиграть в Камень, Ножницы, Бумага. Но так как мои пальцы и мои руки не зарегистрированы, как бы, не залицензированы, поэтому нам нужна рука. Рука эта есть на подводной лодке у бандитов. Она вроде подводная. Я так понял. Вот. И... что там еще? И мы должны забрать ее, поиграть. Потом, я помню, мы должны... Жаль, не дошел в записи в момент, когда Гаал на карте разделе. Ой, интересно, чего ты в этот момент скажешь? На картридже разделе? Это как? А, разделили? Я бомбанул. Я, знаешь, не то, что бомбанул, а просто сказал... Я выбрал самый дорогой картридж, потому что я ее люблю, туда-сюда. И я сказал, типа, мол, конечно же, типа, она его любовь, все дела, берем самые дорогие картриджи. И потом катсценочка, и мы стоим уже с леденцом. А за дешевые картриджи нам давали еще леденец. Я не могу. То есть я должен себя ассоциировать с этим героем, но я не могу. Я не могу ассоциировать себя ни с кем. Дайдалики очень-очень-очень меня разочаровали в этом. Это просто когнитивный диссонанс. Мне просто рвет голову, я не знаю, что делать. В общем, мы остановились на том, что я не смог решить вот эту головоломку. Я понял, что нам нужно до 0 центов все. То есть мы берем сначала... 4-центный, да? Делаем так, делаем так, даже можем так, то есть... Но у нас остается 1 цент, хотя... вот эти печенюхи, они бесплатные. То есть я догадался, что нам нужно каким-то образом так обменять, что получилось 0 на табло, и чтобы мы забрали бесплатно вот эти... как его... То есть, я знаю, что можно уменьшать стакан, да, грубо говоря, ну, да, печеньки с предсказаниями, где
лежит приглашение в членство, для членства вутконосом, вот этом все. Короче, я дошел пока до того момента, что я дохожу до одного цента и не знаю, что дальше. То есть у нас есть 4 цента. Я еще с гамбургерами тоже всякую тему мутил. Я не знаю, что с печеньками надо делать. А, что-то сделать можно с ними? Ну, просто я, наверное, на них тыркал, и как бы ничего. Я не знаю, что я творю. Там типа одну печеньку на халяву получаешь. А, одну печеньку на халяву? Нет, тут одна печенька тоже 1 цент стоит. Тут вообще, по сути, печенька, как он говорил в диалоге, печеньки вообще бесплатно. Ну типа все равно, видишь, одна печенька все равно 1 цент. Я, честно, вот этот момент немного не понимаю. Можем разделить на два. Эти два мы можем поменять на напиток, да? Почему не выбираешься? Почему не выбирается? Вот я тоже не помню, как я это делал, но там точно нужно печеньку за ноль как-то. Но я, да, я это, логически я до этого дошел. Я очень внимательно читаю диалоги, и, как видишь, я воспринимаю то, что я должен сделать, то есть я уже заранее знаю, что мне нужно, как их уломать этих, если я побазарил с Гал. И я какие-то мелкие вот эти штуки, я сопоставляю, то есть до этого я видел ноты там, в разговоре с барменом он говорил про крабью вот эту в тему. И я уже логически строю цепочку, что вот, мне нужно будет поменять, ему крабью отдать, а этому осоля мио. И типа спеть эту песню, либо он споет, короче. Вот я тоже не помню печеньку. Одну печеньку надо, да? Вот, я выбираю. Вот два маленьких на одну. Что сделалось? А, две маленькие. Все, тупень. Две маленькие мы можем на два бургера поменять, но никак не обратно. А бургеры мы можем на колу менять. Минус цент. Ну, уже на 0.5, уже мы что-то это. Уже мы куда-то движемся. Да это интересно, конечно. Или не надо было нам? Давай начнем со стандарта. Это мы можем ченджить туда. А вот смотри, я не заметил, кстати, тут есть красное. Тут вот нет такого, а тут именно красным подчеркнуто. Ну-ка подожди. А, нет, тут тоже подчеркнуто. Короче, это что-то нам намекает, я так предполагаю. То есть... вот тут в эту сторону, а тут в эту сторону. То есть оно как бы может ченджиться и туда, и сюда, но тебе нужно сделать это так, либо это так. Не. Два бургера. А, нам маленькие, две маленькие надо.
Ну, ты выберешь его? Это два маленьких. Два маленьких. Ну, пожалуйста. Это самый большой, да? Теперь мы до 0,5 центов эту фигню убираем. Интересненько. А нам нужны печеньки 2 или 1? Я иногда не догоняю, тут какие-то вот такие есть проблемы у игры. Типа вот он не захватывает эту. Либо моя проблема в чем-то. Я только что выбрал. А нужны ли... Ну, мы сейчас уберем их, и опять 0,5 центов остались. Это... Ну... Полтора. А, мне просто вторую надо отмечать. Вот я тоже думаю на большой, а большой на... Большой на колу, да. Либо, смотри, мы с большого сразу на 0,5 уходим, и у нас гамбургер мини есть. Ну ладно. Так, и постепенно надо, да, убирать? Постепенно. Да, детка! Хорошо, с вас 0 медиков. Оставлю щедрые чаевые. Скажем, 30%. Какая щедрость. Сдачи не надо. Получено достижение, все мое. Ну смотри, магиом же. Так. Давай печеньку. А почему одна? Ну что, посмотрим, вытелит мое сказочное видение счастливый билетик в клуб утконосов. Настоящее счастье видеть улыбки других. Тьфу, ты опять мимо. А, это еще раз надо бы повторить? Like еще раз то же самое, секунду. Все, у нас бесконечные этот, печеньки, мы будем есть и терпение. Ты поймаешь самую большую рыбу. Фу, ты опять мимо. Понял? Еще раз того же, сынок. Еще раз то же самое, секунду. Так. Ну сейчас уже нам должно повезти. Если ты здоров, у тебя есть друзья, зачем тебе сдался клуб утконосов? Как мне это нравится. Давай еще. Сейчас-то точно, да? Удача всегда с рыбаками. А может быть не будет никакого? А может не будет никакого приглашения? Может мы это зря все делаем? Может нас троллят?
Помогите, я упал в машину, которая делает печенье с предсказанием. Я так думаю. Да, да, то же самое, туда-сюда. Отнеси письмо с предсказанием рыбаку, болван. Пойдем. Так, нам старый город. Нет, не старый город. Нам на рынок. И потом в гавань. В гавань на причал. На, рыбак, возьми. Я не знаю, зачем это мне сказали, но... И что это такое? Печень с предсказанием, раз уж ты хвастаешься, что такой весь себя везучий рыбак, посмотрим, как тебе тут повезет. Ну, если это все... Вот, пожалуйста, я выиграл. Ура! Что, покажи? Разбежался, я же выиграл. Я всегда хотел быть членом клуба утконосов. Но это же была моя печень. А, заткнись, держи свою адвертскую карточку. Я и так же стою в этом дурацком клубе. Случайно поскользнулся на их карте. А теперь оставь меня в покое. Понял. Теперь я член клуба утконосов. Так, нам нужно в Белвью и в Старгород. Молодой человек, я теперь как бы член и как бы клуба, и как бы утконосов. И я как бы любил утконосов всегда, всю же свою жизнь. Теперь член клуба утконосов! Поздравляю! Ты официально присоединился к утконосовому сообществу. Не надо будет бриз нагло или носить робу. Нет, ты получишь бесплатный экземпляр страусьих утконосов. А без этого не обойтись? Храни его, когда-нибудь он спасет тебе жизнь. Да, давай. Все, что на халяву в этой игре дается, нам как бы нужно. Большой справочник утконосов, третье издание. Посмотрим, что тут написано полезного. Ух ты. А, вот это интересно. Похоже, в каждом поколении рождается один утконос каждого вида, который защищает гнезда от воров. А. Матери тщательно прячут яйца этих стражей гнезд. Есть 4 вида утконосов, значит, и стражей должно быть 4. Ну, конечно. Мне нужно найти 4 яйца стражей гнезд и высидеть их. И тогда все утконосы исчезнут из меню ресторана. И я, наконец, смогу пригласить Гал поужинать. Этот план настолько безумен, что он обязан сработать. Щелчка? Чего? Я иногда просто рождение земляного утконоса, рождение огненного утконоса, рождение водного утконоса. Еще где четвертый? Рождение летучего утконоса. Сачок. А мне что-то... Ты... Земляные утконосы вылупляются в мёрзлой земле с первыми морозами. Облом! Я не могу дождаться наступления зимы. Я знаю, где это. Я уже знаю, где это будет. В морозилке у молодого дока. Вернее, у пожилого дока. Все. Как это вылупить, мы знаем. Но как забрать яйцо? Нам нужна рука, что ли, я так понимаю. И как вот эту фигню сделать? Я тоже понимаю. Там надо будет затопить печку. Я уже, видишь, уже... Уже все в памяти, уже все лежит. Водяного утконоса я не видел. Либо видел, но не понял, что это утконос и вообще-то водяной. Здесь написано, что огненные утконосы прячут свои яйца в горячих гейзерах. Гейзерах? Но тут же нет никаких гейзеров. Я не пользуюсь подсказками, которые вот тут. Потому что забываю про них. Здесь написано, что водные утконосы прячут яйца на берегу. Замечательно. На этой куче хлама сложно найти место, которое не было бы берегом. А, кстати, я это яйцо находил. Оно возле гондольера. Находил. Это было дело. Здесь сказано, что летучие утконосы прячут свои яйца на возвышенностях. Наверное, они настоящие акробаты. Совсем как я.
Странная иллюстрация. Как будто художник не знал, как выглядит сачок или просто не умеет рисовать. А это намек. А это намек, что нам нужны штаны. Из них сделать сачок. Это двойной намек, короче. Тут они нам сказали, а мы как бы не заметили, что это штаны. Штаны с какой-то херней. Если честно, я не понял, что за это херня. Короче, мы не заметили. Я просто мельком посмотрел, сачок, все. А тут он акцентирует, все понял, принял. Сдолтка носа. Вот. Яички мы не можем брать, потому что он не любит, когда кто-то что-то из чего-то у кого-то. Вот тут я тоже не знаю, как побороть грабли. Ведь надеть... Я предлагал Руфусу надеть, раз он такой дурной, надеть на голову ведро, подойти к граблям, забрать их. Чёртова смертельная ловушка. Я еще не знаю, как пройти вот к мистеру Гриджевальди, или как он там, Граблиджо. А вот и штанишки, а вот здравствуйте, вот привет. А вот и штаны же. Штаны-то тут. Туточки. Правая сторона. Мы все это время могли сюда пройти. Ну пошлите пообщаемся, сейчас будем... Старичка, и отыгрывать. Мои познания в ботанике подсказывают мне, что это... Растение. Это я про дерево. Сорян. Я хотел на Грибиджибальди. Грабильджо. Ну, сейчас мы потрясем. Руки от дерева убери. Ладно. И ногами все это сделаю. Что, это были не руки? Да потому что я сделал это ногой. Видишь, вот нога. Тыщ. Да ладно тебе, забавно же вышло. Опа, что-то сейчас будет. Ну, до свидания, молоденький. Что случилось? И почему у меня такое чувство, будто кто-то ржавым граблям нацарапал меня на спине слово «месть»? Наверное, это от стресса. Блин, ну ты такой Руфус, ну почему ты Руфус, а не Джейсон? Был бы ты Джейсон, мы бы со всеми нормально поговорили, пришли бы и сказали: Граблиджо, садовник, молодой человек, старый, пожилой, крутой вообще, нормальный, почему ты не можешь? Вот дай мне вот это, вот того. Как у вас дела? Спина не болит? Давайте я за вас поработаю немножко, пару часиков заменю вас, и вы... Опа, теперь тут лопата. Это нам нужно было... Ну конечно, это Граблиджо, садовый гном. Граблиджо, лысый страшный Джо. А ты можешь с ним... Да ладно. Я хотел пообщаться. Все, скипай. Да. Ну вот лопата, в отличие от грабей, знает, как правильно себя вести. А для чего нам лопата? Я вот совсем не знаю, для чего нам лопата. А вот как туда пробраться? Надо какое-то действие совершить, чтобы она упала, потому что это неактивная зона, да? Правильно. Опа! Горшок с землей, гнездо. Ну сюда мы поместим яйцо, положим в морозилку у дока. Ну-ка зайдем в дом. Неизвестный. Опачки. Что за... Ого, ничего себе хоромы. Ты вообще не слушал про стук? Но их новый альбом слишком уже попсовый. Что ты вообще? Ты хоть ноги вытер? Последний раз вытирал 8 лет. Тогда мой... Мой папа? Руфус? Ты капитан Сигал? Я? Ноги, Руфус. Простите, сэр. Я думал, он будет каким-то... таким голосом разговаривать. Я уже этот...
Настроился на это. Ух ты, папа! Местечко себе подыскал не кислое. И половичок из знающего вамбата. Солидно. Половичок? Ну да, вон у двери висит. Это мое выходное пальто. Я не знаю! Послушай, Робсон, я человек занятой. Просто скажи, зачем ты пришел, иди поиграй на улице, ладно? У меня опять диссонанс, во-первых. Я увидел такого дядьку, который должен был разговаривать вот так. Я капитан, я та-та-та-та, вот так должен был. А он разговаривает чуть-чуть. Чуть-чуть отличие от Руфуса есть. Небольшое. Поэтому у меня такое, я сейчас исправлю, возможно. Потому что вчера с Доком была такая же история. Не знал, как сделать старичка из него. Так. А теперь вопрос. Руфус. Руфуса бросил отец. И отправился вроде как на Элизиум. Я вот иногда буду так паузить, потому что я игру проживаю. Прохожу, проживаю. Это прочувствую каждый момент. Я помню в первой части, как он оскорблен был тем, что отец его бросил. И тут он заходит. Да, он, конечно, у него было небольшое потрясение. Ну, типа, зачем спрашивать, ты что, не рад видеть меня? Надо сказать, ты дебилка картонная. 8 гребаных лет назад ты помечтал, что ты пойдешь на Элизиум. Идеализировал отца? Так, но если он идеализировал отца, он должен сейчас так общаться? Типа, ну не вот эти же должны мне диалоги сейчас приходить. Ты что, совсем не рад меня видеть? Типа, если бы хотел тебя видеть, он бы, блядь, пришел к тебе и посмотрел бы на тебя, и пообщался бы с тобой. Это глупый вопрос. Я бы такого не задал. А ты же вроде отправился на Элизиум. Вот это вот еще можно, да. Ты вроде отправился на Элизиум. Ты что? Где? Почему? Если помнишь, в первой части были диалоги, которые хейтили отца. А Руфус такой, нет, он классный, на Элизиум свалил от вас всех. Ну да. Ну да, я это помню. Это в первой же этой. Но еще он и обижался на него из-за этого, что он его бросил. А потом он сказал, ну да, типа, ладно, ты не смог бы со мной, наверное, я понимаю, почему ты ушел. Типа, он начал понимать его, принимать его сторону, типа, я понимаю, почему ты решил полететь на Элизиум. Потому что тут, ну, мы видим все, помоечная помойка. И типа... И если ты... смотрел, либо если ты сам помнишь, когда он с Калитусом общался перед тем, как он за Гуал пошел. Он с Калитусом общался, и там были такие диалоги, которые я не выбирал, потому что логически я не был готов к ним. Типа, да, это все помойка, да, поднее говно, туда-сюда, типа, и нас чисто заставили это сказать. Если была возможность этого не говорить, я бы этого не говорил. Я понимаю, с другой стороны, он, типа, врал Клитусу, чтобы... Ну, короче, я не знаю, ну, просто... Меня рвут. Надеюсь, как ты и писал мне, как мы с тобой там и общались вот этой... Ну, вернее, ты написал, коротенько, о Думсдей, что вроде как там все это объяснится, но, блин... Ты должен 3 игры страдать от когнитивного диссонанса, чтобы тебе рвало голову, да? А потом на 4-й части купи еще, кстати, эту 4-ю часть, потому что ты же хочешь объяснений. Объяснений мы бесплатно не даем, так что купи 4-ю часть, поиграй, мы тебе все объясним. В общем, я спрошу про Элизиум, мне вообще плевать, рад он тебя видеть, не рад, я... Логически размышляя,
анализирую, я понимаю. Ну потому что разработчики говна. Опять же, я в каждую игру, которую я стараюсь отдать всего себя, душу, там что-то, я понимаю, что разработчики просто... Разработчики делают то, что, во что сами не играют. Либо думают, что играют. Короче, если ты не играешь в игру, не чувствуешь ее, ты делаешь как просто, вот, делаю и делаю. Типа, вот, так, тут должна комната быть, тут должны быть, так, один NPC, с которым можно будет пообщаться, и тут, например, три какие-то штучки лежать должно быть. Все, стандарт, все, пишем. Сценарий. Какой сценарий? Да просто вот там пару диалогов. Ладно. А ты же вроде отправился на Элизиум. Элизиум? Ну да, Элизиум, знаешь? Ты бросил меня, чтобы отправиться туда. И не говори, что ты этого не помнишь. А, точно. Да, помню, конечно, помню. О чем я только думал. Ведь все же знают, что с Депонио сбежать невозможно. Каким я тогда был молодым и горячим, вечно тянулся к звездам. Теперь ты знаешь, что гоняться за мечтами пустая трата времени. Когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты тоже это поймешь. Даже не надейся, не дождешься, я никогда не буду таким старым, неудачник. Вот это я уже понимаю. Ну, почему у меня не исчезает этот вариант? Потому что я не хочу это говорить, но мне придется все сказать ему. Он с тобой еще никак не разговаривал, поэтому... Ты сменил имя? Это никак не связано с тобой, правда? Но все же не болтай на каждом углу, что ты мой сын, ладно? А вот теперь уже может быть, ты что, типа, не рад видеть меня, папаня, блядь? Ты от меня там, меня скрыл где-то, да? И стал жить-поживать... Статус какой-то приобрел себе, да? А теперь, типа... Вот теперь можно сказать вот так. Ты что, совсем не рад меня видеть? Не, ну конечно я рад. Просто сейчас я очень занят. Если будешь умницей и дашь папе спокойно делать дела, может потом сходим с тобой покормить чаек. Корми чаек? Ты шутишь? У меня есть дела поважнее. Ну тогда и не страшно, что сейчас у меня нет времени. Потом ладно. Потом, потом. Всегда ты так говоришь. Над чем ты работаешь? Ну давай. А тебе не интересно, чем я занимался все это время? Только не говори, что ты опять что-то натворил. Что на этот раз? Ты устроил где-то пожар? Украл что-нибудь? Уничтожил чью-то собственность? Ну, с какой стороны посмотреть? Так, а теперь можно сказать... А, это у нас под диалог уже пошел. Я должен помешать наркозу с Депонио, мне нужно позвонить со моей лизанской подружке, собираюсь справиться на Элин. Ой, какой же ты. Ладно. Я должен помешать Аргононцам взорвать Депонио. Так что тогда ты делаешь на плавучем черном ринке? Аргононцы далеко. Если что-нибудь рванет здесь, наверняка это будет твоя вина. Да ты не понимаешь. Неужели? Когда последний раз аргононцы что-то взрывали? Ну, пока не взрывали, но... А сколько взрывов на твоей совести за последний месяц? Что, нечего сказать, да? Я все еще считаю. Мне нужно позаботиться о моей лизианской подружке. Да, конечно. Как там ее зовут? Бэпси Бу? Нет, не Бэпси Бу. Она настоящая лизианка, ее зовут Гал. Так, постой, ты серьезно? Теперь ты впечатлен, да? Ты встретил лизианку и привез ее сюда? Я тебя что, ничему не учил? Нет, ты был классным папой. Но ты ведь не бросил ее одну? Да все путем, она в надежном месте. В таверне Гулливера в гавани. Ясно. Похоже, я не сумел донести тебе важные жизненные вещи. Ой, папа, так не начинай. Я знаю все это чуть про цветочки и пчелок. Хотя концепция опыления ясна мне не до конца. Но по части постройки улья я настоящий спец, если ты понял, о чем я.
Не понял, но это не важно. Давай вернемся к делу. Я пытался сказать, что ты, очевидно, так и не научился обращаться с дамами. Ты хотя бы на ужин пригласил. Но там была миска с орешками. Я имел в виду свидание. Романтическое свидание. Единственное подходящее ресторан — это Шато Шлямки. Во всем случае, оттуда шикарный. Но в мире у них только блюда из утконосов. А что не так с утконосами? Это вульгарно. Утконосы живут на свалках и питаются обедками. Бедопониан бы мог стать геральдическим символом. Блюда из утконосов только лишний раз напоминают ей, в какой глуши она учтилась. Ты должен сделать так, чтобы из меню Шато Шлампи исчезли все блюда из утконоса. Сумеешь? Для такого романтика, как я, расплюнуть. Ну вот, тогда сделаешь это, можешь заказать на моё имя столик. Но только тогда, ты меня понял? Я бы тоже на миску с орешками пошел, потому что она еще была... Сейчас, если правильно припоминаю, она была в плесени в виде шапки... Бурой шапки, или как там? Бурая шапка из плесени, короче, что-то такое было. Ями. Короче, вот сейчас я немножко предполагаю. Батяня все-таки знает о нем. То есть он как бы украдкой да послеживает за ним. Он знает о нем и что он творит. Раз он в диалоге указывает, что вот за месяц сколько ты взорвал, а сколько органонцев за всю жизнь, да ты че, да ты кого? Насчет свидания, окей. Это я уже понял, что нам надо убрать оттуда эти, как его, того. Угу. Я тебе даже половину не рассказал. О, боги, Руфус. Во что ты впутался на этот раз? Я собираюсь отправиться на Элизиум. Ну, удачи тебе. Я серьезно, отправлюсь на Элизиум. Ну да, конечно, послушай, Руфус. Мне правда очень сильно, что ты решил пойти по моим стопам. Но что, обязательно влезть по дороге в каждую кучу дерьма? Не в каждую. Например, я бы точно не бросил своего 8-летнего сына. Да ты что? Ты бы его с собой взял? Yes, I would. Да, взял бы. Но если он пойдет в тебя, надеюсь, ты не забудешь взять с собой пакет и лопату. Пакет и лопату? Это к чему? А! Я тебе в другой раз расскажу. Вот и славно. А я пока посоветуюсь со своим юристом. А над чем ты работаешь? Да, почему так с ним разговариваешь? А над чем ты работаешь? Я пишу инструкции своему персоналу. Это типа важнее, чем поговорить с родным сыном. И мы же не виделись столько лет. Вот именно, с чего вдруг стала так дорога каждая секунда? Я несу ответственность за этот дом и обслугу. Я тоже отвечаю за очень важные вещи. Спасение мира, к примеру. Почему тогда ты все еще торчишь здесь? Мне что, стоять у тебя над душой, как в детстве, следить, все ли ты сделал? Привет. Я уже объяснял в каком-то из стримов. У меня за стрим она выпадала раз 10. Она раз 10 отпадала, и я паузил стрим, потому что перезапускал приложение в телефоне, на компьютере, и это все равно он падал, короче. Поэтому я решил, что лучше эмоции я донесу как-то... Как сказать, не визуально, а лучшие эмоции словами как-то выражу, и это люди поймут, чем будут на меня глядеть, которые все время пытаются что-то перенастроить и за это бесятся, короче, кому это надо? Мне это не надо, никому это не надо, поэтому я решил, что пока без вебки, пока я не нашел нормальное, адекватное какое-то, не знаю, программное обеспечение, которое позволит без... В самом начале было все хорошо, но, видимо, многие разрабы так делают, такую гадость. Они начинают шалить немножко.
Ну, короче, первые 2-3 дня у тебя все нормально, адекватно, хорошо, шикарно. А потом начинается ты нам сюда, и ты невольно думаешь, а не купить мне про-версию, чтобы там разблокировать вот это все, и у меня будет нормально, адекватно все. Ну, дело в том, что я не хочу вестись у них на поводу. И поэтому... Просто раньше, например, за 4-часовый стрим она отпадала, например, один раз, и было... Ну, это было нормально. А иногда за час она падает 4-5 раз, и ты думаешь, а зачем? А теперь зачем? Зачем мне сейчас тратить время на все вот это? Почему ты так со мной разговариваешь? Ты, может, не обратил внимания, но я давно уже не ребенок. А, так ты у меня уже совсем взрослый. Ну да. Ой, блин. Ну, то есть у тебя свой дом, стабильный доход. Фу, ну, в этом смысле. Видимо, это следует понимать, как нет. Я механик. У меня в кулаке была своя мастерская. Ты про тот игрушечный верстак, который я тебе в детстве подарил. Все равно я куда взрослее тебя. Вот так-то, бе-бе-бе. Мне кажется, если на фришной версии вылетает, то прошлой тем более покупать не... Ну... Ну просто понимаешь? Ничего же не меняется. То есть в моем компьютере все так же. Настройки никакие я не менял. Да и настроек там никаких нету. А в телефоне то же самое. Я отключаю все программы, включая только ее на фоне, да? И когда раньше... Я говорю, за 4-часовой стрим она, может быть, один раз вылетала. Мы делали небольшую паузу, все это возвращали, и вроде как хихи-ха-ха. А когда она у тебя... То есть последние стримы с вебкой, вот ты можешь посмотреть, там какое-то определенное время я с вебкой стримлю, а потом она отваливается. И я думаю, а зачем на пару часов эту вебку, если... Ну, короче, так решил, это мое решение, я... Поищу. Просто сейчас я занят немножко творчеством. Более плотно музыкой занимаюсь. Даже вне стримов. Поэтому все начал книгу читать. Короче, решил по вечерам уже не скроллить всякие вот эти тиктоки, шорцы, ютубовские, всякую такую штуку. Так это и есть эта программа. Это и есть та программа. Это и есть Droid Cam. Короче, чего не? Именно Droid Cam OBS. А, ну, может быть, она год назад или полгода назад была Droid Cam OBS, сейчас она... Сейчас скажу. Droid Cam. Это как расширение для Ops, отдельная прога на телефон. Ну, сейчас гляну, не знаю. Просто реально... Вот сейчас-то мы, ладно, ушли от темы, немножко запаузились... Но обычно я делаю паузу, чтобы свое мнение об игре высказать, а не как-то там что-то там пообсуждать. Потому что я запускаю Депонию вечером, никто ее не смотрит. Я чилю вообще в полном одиночестве обычно. Кайфую. Не, реально я кайфую. Ну, я мог бы это делать на записи, не стримить, но думаю, а смысл? Та же запись, только в онлайне, типа. Я сегодня вот общался с Кейтлин. Сегодня Кейтлин заходила на музыкальный стрим. Сегодня немного общались. Тоже про ту же тему, которую мы в тот раз разбирали. Ну, уже более такое, не в такой эмоциональном манере. Не в таком эмоциональном ключе был, проходил, но рассказал. Запись не прерывается в течение комментов и обсуждения в вебке. Ну да, но я тебе говорю, что у меня нету зрителей обычно. Поэтому
Это как бы запись. Понимаешь? Но в это время я в онлайне. Ну, это мой задвиг, я так решил. Нет. Я именно хочу так, как я хочу. Я именно так хочу. Я знаю, что я могу записывать, но я не хочу. Записывать по 40 минут серии туда-сюда. Нет, я не ютубер, а стример. Я сейчас полчаса скроллю, короче, свои приложухи и не могу найти Play Market. Не потому, что я не могу его найти, а потому, что я постоянно отвлекаюсь на час. Нет, не хочу, спасибо. Что-то там бесплатно предлагают. Android.com. OBS. Android.com, OBS. Ну, это то же самое. Те же, короче, ребята. У них, оказывается, аж три приложения таких. Droid.com. Потом Droid.com X, который 480 рублей стоит. Нет, не хочу полноценно. Просто в видосе я смотрел там именно эту. Я по видео смотрел, как просто таких программ очень много, и не поймешь, какая из них. Не будешь же каждую открывать. Для этого есть люди на Ютубе, которые это делают за тебя. Thanks for the line, trying cam OBS. Go to devs to detail OBS in your computer to download and install the Droid.com OBS plugin, which you can use to connect with app. Окей. Скачайте, короче, говорит это. Ладно, я завтра попробую запустить с веб-камерой. С этим приложением вебку. Ну, вроде как мы с этим все. Никуда не уходи, я скоро вернусь. Забудь эту фразу, мне даже 8-летний не купится. Да, потом завтра попробую. О, же Sony Webcam переквалифицируется. Нет, это... Это вебкам-модели уже превратили это в другое что-то, кого-то. Так, тут нам нужны журналы. Журналы где достать? Я не знаю. А, там что-то было, что ли? Я совсем расстроенный. Угу. Цветы. Это вовсе не роскошная вилла. Тут везде сорняки. Это цветы, Руфус. Это цветы сада. Украшают, так сказать, мой быт. Эти кошмарные овощи. Кстати, не помешало бы их полить. Мне нужна вода для цветов. Я совсем расстроился, поэтому я что-то ушел. Сделай должение, брось на пиз посылящик для прислуги. Кто он вообще о себе думает? Кто он мой? Ну да, неважно, я ему не мальчик на побегушках. А не мальчик, так и сделал бы, да? Не мальчик на побегушках, так бы и сделал, да? Взял бы вот это все, вот это себе в карман, да? Да? Не мальчик на побегушках, получается, да? Ты уже, да, вот так как бы... А, так, опа, аквариум с рыбками. Я не вижу... Ага, мы его потрогать можем. Окно, угу. Это вовсе не роскошная вилла. У тебя уже тут целой стены нет. Это называется венецианское окно, Руфус. Так мне целиком виден плавучий черный рынок. Но оттуда уже ужасно дует. Вообще, подогревание пола должно это компенсировать. Мне нужен уголь. Опа. А уголь нам тоже нужен. Уголь нам тоже нужен. Я знаю одну штуку, где надо будет уголь.
Так, посмотрим, посмотрим. Короче, это вовсе не роскошная вилла, это какое-то гнездо паразитов. Это мой аквариум. Я коллекционирую декоративных рыбок. Редкую ерунду, скорее. И какие-то они мелкие. Кстати, пора их снова покормить. Мне нужны хлебные крошки. Ага. Мы, короче, по этим запискам сейчас залутаем вообще нормально. Адекватно так. Карманы набьем, главное. Получается. Ага. Книги. Тайные двери в книжных полках. Том 1. Тайные двери в книжных полках. Том 2. Эта библиотека только зря занимает место. Как настоящий джентльмен, я много читаю. Как настоящий бла-бла-блу. В любом случае, полка слишком большая и стрёмная. И к тому же тут для чтения слишком темно. Ха, вот это верно. Надо будет купить сюда хрустальную люстру при случае. Но пока что хватит нескольких свечей. Свечей хватит. Нужны свечи. Ну чё, а ты сам что-то ничего не делаешь? Для этого нужна прислуга. Они тебе и задницу потирать, что ли? О, хорошо, что напомнил. Мне нужна туалетка. Ты разве не заметишь? Тратишь на эти свои записки. Следи за тоном, юноша. Простите, сэр. Вот прекрасно, я потерял нить размышлений. Ты этого хотел написать? А, точно. Мне нужна нить. Я знаю, для чего нам нить. Скорее всего. Да, попробуем. Вот отдельная книжка. Тайный дверь книжек полках для чайников. Потяни за книгу под названием «Потяни, чтобы открыть тайную дверь». Ух ты, кто бы мог подумать? Ну, это надо будет ботяню отсюда выдворить, наверное, и потом сможем. Давай, ну да. Пока мы не можем этим заниматься. Так, мы набрали целый список. А где прислуга? А где прислуга? Гвирдиджальджело. 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 На пробел? Опа. Грибльдальджо. Левая сторона. А, нет. Это не то. Так, секундочку. Так. У нас шкварешник имеется. Гнездо. Ну, это я знаю для чего. Вот это я тоже знаю для чего. Это я все знаю для чего. Почему? Грибальди, джо. И чего? Грибальдиджо. А где прислуга? Пошли. Мне нравятся тайны, секреты. Это все по мне. А ты можешь бегом? Опачки. Вот кто твой отец, а не тот напыщенный индюк. Вот вы прям похожи. Такие же два бездаря. Красивый у тебя, как говорится, того сего этот очага. А это не отсылка к... Как его там? К Чиполлино, к Буратино и к всему подобному. Так. Опачки. Нитка. До чего жалкое зрелище. Даже не знаю, смеяться мне или плакать. Попробую посмеяться. А, да, отлично. Ну, там тоже была отсылка на бедность. Эй, руки фу, если ты ищешь того, у кого есть личные вещи, тебе к Сигалу, а мне все мои вещи нужны. Я тебя понял. Ты хочешь спать? За точку в почку, как говорится, и... И за борт, и делов-то вообще нету, получается. Поэт Крейн, ни хрена себе ты. Нахлебник получается такой. Угу.
Эй, руки фу! Если ты ищешь того, кого есть лишние вещи, Тек Сигал. А у меня все мои вещи... Да пошёл ты. Извини, прости. Ну я понимаю, но... Я виноват. Это... Я уже Руфусом... Насыщаюсь Руфусом и становлюсь такой же, как он. Уголь. Ни слова больше. Возьми, прочти и не трогай меня. Что это такое? Записка от нашего великого капитана? Оставь ее себе, мне не нужно ничего из-за того, что у него есть. А мне кажется, тебе она заинтересует когда больше. Да? Покажи. Мне нужна нить, черт. Ему нужна нить. Я прочитал ее. А у тебя есть нить? Да, но я... Ну, мне это совсем не нужно. Ладно, забирай. Заберу, будь спокоен. А мы тут бедного и... бедного человека еще... А будь пытаемся, это же пипец. Мы сейчас все у него заберем. Мне... Какие мы жалкие. Ты стоишь своего отца. Ну, это вина отца, конечно, в глубине души. У меня еще одна записка от Сигала. О нет, у меня плохое предчувствие. Мне нужен хлеб. Ладно, значит я могу обойтись. Давай, собирай. Прости, мой хороший. Мы сволочи негодяи. Прости. Мы сволочи негодяи. ГГ это просто ГГ. Это просто ГГ еще одним словом. Записка от Сигала! Умоляю, нет! Мне нужны свечи! Так значит, еще и свеча! Ладно, она твоя, бери! Зачем? Надо... Мы живем в таком мире, где надо с бедными делиться... Ну, в смысле, надо с бедными делиться, а не, наоборот, у бедных все забирать. Ну, хотя мы живем как-то так. Угадай-ка, что у меня есть! Еще одна записка. Угадал! Мне нужна вода. Что же еще? Пока, вода. Ну мы негодяи. А это снова я, и на этот раз... Забирай все, что найдешь. А мне больше вообще ничего не нужно. Разве что немного тишины, поплакать перед сыном. Я тебя понимаю, но... Я очень тебя понимаю, я понимаю, и... Да. Причем обокрасть своего отца, который живет шикарно, да? Ну, типа, да, он его бросил. Не все забрал? Я не хочу ничего брать у него больше. Че за пингвин? Че за Маруся там была какая-то? А урна? А что это такое? Это прах моей бедной матушки. Он дарит мне как память. И о чем тебе напоминает урна с прахом? Например, не кормить огненных утконосов сухим кормом. Эй, ты что это делаешь? Ты сказал, я могу брать что угодно. Но это же прах моей матери. Эй, я не придумал эти правила. I just bent them a little. Что он там сказал? Я уже просто, знаешь, я уже просто закрыл глаза руками, я не могу.
Я только подогнал их под себе. Надеюсь, все, да. Knock-knock. Тук-тук. Кто или что? А я должен был сначала пообщаться, прежде чем я догадался, что я должен записки, да? Меня зовут Руфус. А я Крейн. Но здесь все зовут меня поэтом. Кто тебя так зовет? Я лично впервые слышу. Ты, наверное, вращаешься не в тех кругах. Если ты имеешь в виду круги, в которых нет твоего этого, наверное, да? А это я имел в виду. Там эго было сказано, а не это. Я просто проворонил. Аскетичненько у тебя тут. У меня есть все, что нужно. За исключением дизайнера интерьера. Ага. А ты знаешь капитана Сигала? Ты о том кретине, который живет в Вилле надо мной? Как же он меня достал? Следи за словами. Сигал — мой отец. Вижу, яблочко от яблони недалеко падает. Но признайся, когда Сигл ведет крутой образ жизни. Блин, я не хочу это признавать сам. В принципе, крутой образ жизни, но... Мишура, которая делает... Мишура, которая вокруг него, которая его... Без которой его личность практически никто, да, и ничто... Но это, короче, слабенько. Но признай, что капитан Сигал ведет крутой образ жизни. Материалистически, бессмысленный. Мне не нужно ничего из того, что у него есть. Я подарю тебе эту виллу, брат. Ты будешь писать хорошие песни для Джигана. Вот это, придумаешь песню через 200 тысяч триллиардов звездных межпланетных созвездий во власти Гидриона VII. Ты будешь писать песни про начини и на расслабоне. Вот так будешь. Ты потому что будешь уже жить в этой всей обстановке, понимаешь? Все. Простите. Немножко отошел я. Тут приходил кто-то. Я отходил. Как ты сказал, тебе не нужно ничего из этого, что нужно капитану Сигалу? Именно это я и сказал. А, это нам... Ну, мы сначала должны были пообщаться. Могу просить кое-что их вещей, вот ты ничего... Блин, ну зачем? Ну зачем вот это? Могу я попросить кое-что из твоих вещей? Тебе еще надо. Так, ну да, потому что мы уже все забрали, мы должны были пообщаться ранее с ним. Я не хочу говорить, что он нищеброд. Аргононцы собираются взорвать Депонию. Ха, типично. Эти там наверху творят вообще. Это вообще, да-да, хотят взорвать Депонию, никто не выживет. Ты ничего не хочешь сделать об этом, поэтому... Ну, конечно, я напишу циничную поэму. Я назову ее «Они думают, что они лучше нас». Эта поэма должна будет сподвигнуть народ на восстание? Это вряд ли. Народ слишком неотесан, чтобы понять всю широту полета моей мысли. Но я должен это сказать. Я понимаю, что могу уйти. Но я должен это сказать, потому что надо. То есть меня игра толкает все равно сказать. Я понимаю, что можем уйти и не сказать ему ни слова, но... Вот это нищеброд. Зато я богат духом. А это не одно и то же? Спасибо, поэт. Молодец, красавчик. Я в тебе не сомневался. Не падай духом через триллиарды. Увидимся позже. Точно. Оставь меня в покое. Все. Желаю счастья, здоровья, как говорится, личной жизни. Там вот туда-сюда. Пусть все будет замечательно. Так, я надеюсь, у меня все тут, да? У меня носок древний? Нет.
У него разноцветный. А, нет, дырявый. А нет, дырявый. Не-не, он дырявый. Тут нога полностью закрыта, а тут один пальчик. Ну да, что бы еще, как бы. Как описать? Всегда же нищий человек, он всегда же с носком. С носком. Дырявым. Да это типика мужики вообще. Так. Но я пока не могу взять яйцо. Хотя я могу горшку подойти, посмотреть. А мне же не надо отдавать все ему. Мне же просто себе забираю все, что он захотел. Да? Правильно? Ну ты быстрее можешь, мой хороший. Terrific. Потрясающе. Еще больше грязищи. Забирай его. Нам нужно будет оно. У меня плащ так весь в грязи перемазан. Если мне нужно еще грязь, нужно найти, куда ее складывать. Тебя... Я тебя понял. Может, это всего лишь грязь, но она ничем не хуже остального хлама, который я таскаю с собой. Хелл стримит Роблокс. Теперь я видел все. Не-не-не, он скажет. Чего, блин? Ловушка на суриката. Камень. Берем камень. Берем. А мы перекладывать только можем? Ага. Типа для дела возьмет, видимо. Ха, ну ладно. И что мне делать? Похоже, без инструментов ничего не выйдет. Может, все эти два булыжника и капкан для сурикатов пригодятся? Ну да. Кучка земли, кучка земли. Почему я не могу покласть? Покладать? Куда это все забрал я? А куда я все забрал? Где все это теперь? Я не могу открыть меню. Нет, я не могу его открыть. У меня на колесико поставлено, я не могу открыть. Инструктаж. А, ну как всегда. Я не знаю, с какой-то части началось, что иногда вот так. Это, мне кажется, не специально или специально. Ну, короче, его надо пим-пум-пим-пум-пум-пам-пам. Камнем его закрываем. Может, тоже Роблокс будешь стримить. Зато ого-го, как аудиторию поднимешь. Не. Мне уже предлагали Роблокс. Я не знаю. Мне нужен человек какой-нибудь, если человек какой-то будет знать, что, куда и зачем, то можно будет попробовать так чисто на пару часиков. А так... Как эти мини-игры бесят вообще. Куда все исчезло? Че за багло? Я не могу уйти. А вот все появилось. Ставим. Кладаем. Покладаем. Где второй камушек? Нам его нужно в этот угол, да?
Я лучше буду писать музыку, знаешь, вот 5 часов, 6 часов. Я сегодня написал опять. Я, короче, уже пишу альбом Liquid Drum and Bass. Может, попробую выйти и зайти в игру. Может, и перетаскивать, а не брать. Но дело в том, что я не могу его перетаскивать. То есть я зажимаю кнопку, оно не берется. Вот. Именно, знаешь, вот нажав и задержав кнопку, я не могу взять. То есть он никуда не идет. Тут тоже троллинг будет загадкой, как со стеклом. Я надеюсь, что нет. Я не помню, как какой-то... Классно они сделали, да? Я тоже какую-то... Что-то пропустил. А, мы, короче, с... Байрил Влад, который... Вы оба Влады, кстати. Можете, если вы помните друг друга, как-то вы были оба на стриме. То есть я могу только вот так и только вот так. А, ну и все, и пропал. Я вообще сейчас не использую этих. Не использую. Ну, по крайней мере, последние несколько треков, которые я написал, я не использую референс вообще. Именно даже вне стримовые. Все Влады самые четкие. Так точно. И еще один жест, они нормальные, вроде такой, блин. Вроде нормальный, блин, мужик, блин. Hot Game Helper отключено. Что за Hot Game Helper? Я потом на досуге послушаю Варак Реанимат. ХЗ какое-то расширение. И все. Тут мы пропали. А тут мы пропали. Всё. А все. И камешки пропали. А куда они пропали? Джейсон. Подмазаться кладно, смотреть онлайн бесплатно, без регистрации с смс. Кстати, Влад, ты забыл, что Влад пишется с большой буквы, мой хороший. Поэтому плюс одно очко Гриффиндора. И минус очко, одно очко Влада. Владов. Ой, блин. Короче, мы не выполним это задание. Нет, сладенький, я оставил тебе окно для подмаза. Мне я забочусь о тебе. А ты только об очке. Ну, короче, я не имею смысла тут, получается, с камнями возиться, потому что тут либо багается одно, либо что-то другое, короче, не знаю. Сейчас попробую еще раз. Да я понимаю. Яйца слизали. Вот, взялся. Сюда. Сорян, отбагал, что ли? А, ну да! Два предмета из трех ты можешь юзать, но не всегда. Еще раз пробуем и все. И скипаю. Ну. Например, так. Например. Ну и все. А теперь опять два предмета пропустить. Да.
А, попался, чего ты думал? Ты обвиняешь меня вокруг чего-то там, но мужчины никогда не сдаются. Вокруг пальца, наверное. Они три игры в одну запихали. Было три игры разные, три части, они запихали в одну, в которую я сейчас на данный момент играю. То есть, по сути, я сейчас играю во вторую часть. Первую я уже за 4 стрима прошел. Так, откроем справочник. Ага, все верно. Нам коричневую утконос в землю. Согласно справочнику, земные утконосы вылупляются в мёртвой земле. Да я тебя понял. Пошли. Ее в Эпике раздавали и в Стиме как-то раздавали. Я сейчас в Стимовскую версию играю. Но в Эпике она у меня тоже есть. Да, это именно эту версию. Это три части Депонии. Депония, потом... Первая часть Депония называлась... Вроде просто Депония, да? Сейчас я секундочку. Вторая называется... Как она называется-то? Сейчас загуглю. В Стиме, застимлю. Застимлю в Стиме. Депония. House of Deponia вроде второй называется, да? Да, House of Deponia. А третья Goodbye Deponia. А еще есть Deponia Doomsday. Doomsday. Вот. Она даже... Она 69 рублей стоит. Вот это именно Deponia The Complete Journey. Стоит сейчас 69 рублей. А если по отдельности покупать, то каждая из этих трех частей стоит по 223 рубля. Короче, cool story. Изначально они хотели сделать одну большую игру, но были проблемы с местом, кодом и так далее. Вот они решили распилить историю на трилогию и отшлифовать каждую часть отдельно. А куда позже вышел PUBG, где их криво объединили в одно целое. И работает оно вот так. Прости, господи. Ну да. Ну просто, понимаешь, я не настолько фанат этой игры, чтобы покупать сейчас все эти три части отдельно и проходить их отдельно. Я решил, что... А почему бы и нет? И в итоге, короче, вот как бы да. У меня еще был в одном моменте тоже баг. Тоже с мини-игрой. Где нам найти журналы для аптекаря? Так, пойдем к доку. Где к доку? К доку вот сюда вроде. Так, заходим. Так, сначала нам растопить надо. Так я просто играл в каждую часть отдельно. Про комплект слышал, но не играл. Оказывается, он такое унылое говно. Ну да. Кладем в морозильник. Ай. Кто у нас тут? Бу-бу-бу. Well, эй, ты что? So такой маленький, а уже so такой злобный. Here, play, эй, Уча. Well, hello. So young and already so aggressive. Короче, мы можем его только этой фигней забрать. Вот только мы, блин, в игру вступили. Вот это ведро с краской меня просто мучает. Вот уже на протяжении... Уже второй стрим, да? Кстати, Майн, гляжу, вообще надоел. Не знаю, задушил меня... OneBlock меня задушил. Сервера я ушел. Разругавшись в пух и прах. Практически со всеми. А,
Ты играл один, может, поэтому. Там есть целая 17-я серия у меня на Ютубе, где там все прямо на стриме происходит. Ну, вкратце, короче, вкратце. Я развился уже, ну, ты помнишь, у нас были разговоры, типа, то, что после определенного, ну, пика, то есть ты доходишь до определенного пика, и тебе игра уже, ну, ты в нее уже не хочешь играть, грубо говоря. То есть, ну, я понимаю, я тебе скажу вкратце. То есть есть какой-то пик, вот Назаритка там, помнишь, ты мне об этом и говорил, что Назаритка, типа, ты вот ты до этого дойдешь, типа, Назаритной брони, ну какое-то время поиграешь, и все, тебе как бы делать больше нечего будет, грубо говоря. То есть там, ну, зачарование, там все зачаровать какие-то захочешь, там, ну, и всякое такое. Вроде мы с тобой, Влад, об этом общались. И я с тобой соглашался, да, говорю. Типа, ну, пока, говорю, вот смотри, видишь, у меня Назаритка есть, но я еще как бы в игре, еще играю, еще придумываю себе какие-то цели. Да, я себе придумал цель построить город на сервере. Ну, ты это тоже помнишь. Я начал строить город и поучусь... Короче, я себе придумал цели, и эти цели потихоньку реализовывал. То я там трезубцы ходил, там миллиарды лет искал, то я там строил дома, то я просто шел, чтобы построить дом, мне нужен был определенный какой-то блок, который в определенном месте, и надо его там набрать. И я ходил, эти блоки набирал и все такое прочее. То есть я себе, ну, грубо говоря, ну, такой был эндгейм небольшой, типа, да, я, то есть... Грубо говоря, все, уткнулся в потолок, мне дальше делать нечего, но я придумаю себе сам, самостоятельно, придумаю себе какие-то цели и их потихоньку реализую. И тут в нашем городе поселился один молодой человек, которому мой брат продал, ну, не дом, мой брат занимался всякими продажами, там, я вообще... А я же говорю, концепция моего города была, типа, арендерское такое жилье. Типа, пришел новичок на сервер, мой парень с моего чата пришел на сервер, и хочет, он лично хочет рядом с нами развиваться. Он приходит, как вот Артурка, например, он раз 20, 30, 40, 50 шел ко мне и умирал. И чтобы такого не было, человек приходил бы там по какому-то короткому пути. Да-да-да. Ты же был тогда. Тот человек, который подвал прокопал, он являлся другом... другом администратора. А администратору... администратору сервера 13 лет. Ну и, короче, он не друг. А, он не администратор, он больше друг. Мы хабы делали сами в аду. Я не знаю, что такое хабы. А, типа переходы. Ну да, там они тоже наделали всякой билиберды этой. Да-да-да, они тоже этого наделали. Но дело в том, что играло на сервере очень мало народу на тот момент. И, очевидно, делать разных миллиард городов не было смысла. Ибо народу было там полтора человека. Может быть, их было человек 10-15, но они все время играли не в одно и то же время, и поэтому, короче, максимально, сколько я видел, это было там на пару часов, это 7 человек, типа, иногда. Полтора землекопа, вот. И, короче, когда мы человечку указали... Вернее, я вообще не хотел в это... Ну, я просто как рупор, понимаешь? Я рупор нашего, ну, моего города... нашего с моим братом города, да, который мы строили. Я рупором был. Просто я на стриме озвучил, что, мол, ты немножечко не так понял. И, грубо говоря, так и не надо делать. В итоге, что они начали за спиной моей делать?
они начали разрабатывать план под другие города делать, короче, там все, мы уходим от тебя, строим другие города, короче. Я сказал, ребят, вот этот город, то, что я строю, это мой эндгейм, грубо говоря. То есть мне больше уже нечего делать в Майнкрафте. Я хотя бы каким-то творчеством займусь, буду что-то строить, там, вот, решил строить город. Вы решили тусить в этом городе. Я не против, да, пусть город будет населен, пусть будут там лавки, пусть будут магазины, пусть все что угодно будет. Ладно, первоначально моя концепция ушла на другой план. Она вообще перестала быть таковой. Город стал продавать землю, продавать дома, продавать квартиры. Все такое было, короче. И в итоге человек, которому не понравилась одна вещь, да, он решил, что да ну нафиг. Жизнь в своем городе с твоими правилами. А слабый человек что делает? Он же не принимает правила. Он же не уточнил, можно там я до бедрока весь стак скопаю, да? Он же этого не спросил, он же просто сделал это сам. Он купил землю и до бедрока целый этот, ну, ты помнишь. А свечу нам зажечь надо об другую свечу. Я не помню, как это пройти. Отсюда вроде. Не-не-не. Сюда, сюда. Ну, короче, я говорю, вы лишаете меня контента. Что мне делать? Что мне делать? Зенируфс я пропустил, что-то сказал. Я говорю, что мне делать, короче? Мне делать уже нечего. Я там, ну, и себя хреново вел, и матерился, и чего только не говорил. А потом администратор, 13-летний администратор сервера, сказал, что да-да, вот я признаюсь, вот Animal вот так сказал, мы вот так сделали и решили, что будем свой город строить. Угу. И все. Я тогда сказал, пошел ты на... Угу. На три буквы его послал, сказал, и все, иди отсюда. Выключил спешно сервер. Ой, нет, вышел с Майнкрафта. Yeah. О, burn, да, baby, гори, детка, burn. Гори! Yeah. А как мы возьмем? Мы опять же не сможем взять, да? Давай попробуем. Давай попробуем. Согласно парочку, это яйцо огненного утконоса. Ну да. Круто, его как раз-таки в моей коллекции не хватало. Мы сможем взять? Яйцо запрыгнуло в этот трубопровод само. Придется мне его как-то оттуда достать. Я так и думал, что будет мини-игра. Я изначально, когда увидел это, сразу об этом и подумал. Мы можем трубы переключать, да? Правильно? Есть труба 1, труба 6, труба 4, труба 3. Ну и, короче, я бы еще продолжал. Да. У меня это вторая мини-игра только, которая лагнула. Я не помню какая, но у меня еще одна была, короче, игра. А. Не помню, короче, если честно, какая. Так было изначально, да? Пэм-пэм-пэм-пэм-пэм-пэм.
Если честно, я вообще не догоняю. А, вот так проходит сейчас. С этим было легче. Тоже не легче. Помнишь эльфа, человек, который у меня сапки дарил и к тебе разок заходил? Так вот, я, короче, занимался его сервером, сначала просто стримил, как это, и потом техадмин ушел и подумал самому попробовать. Золотые времена были. По 15 человек онлайн каждый день, я практически полностью был главным, ибо эльфов решил отдать управление мне. Ну а потом как-то спад пошел, да и надоело в майн играть. Вот такие дела. Делп. А, вот такие вот дела. Я причем прочитал вот такие дела, а потом такой, чё за делп? Я такой, делп? Меня нику, а теперь на делп. Тогда у меня сидел, пришел, вернее, на кринж, блин, как это сказать так? Так, мы упустили сюда? Нет. А он по кругу ходит. Да? Мы, короче, круг уменьшили, но он все равно ходит. Он раньше вот так ходил по кругу, а сейчас вот так чисто. А я вот не хотел, я мог... С одним из администраторов хорошо общался, я мог, в принципе, наверное, рассчитывать на админку. Но я порешал, что... Да я, блин, попихнулся слюнями. Каждый раз я думаю, что я кашлю, и у меня корона или что. Я просто поперхиваюсь. Теперь мы вот так по кругу пустили, да? А если мы так сделаем? Он сейчас сюда пойдет. Мы кругами ходим. Мне надо переключать в какой-то определенный момент или что? Я не понял. Видео инструктаж тут. Ой. Инструктаж тут такой очевидный. То, что мы должны переключать, это я понял. Чтобы вытащить его, грубо говоря, в печь. Чтобы подвести к этой трубе. Ты же уже не хочешь ничего администрировать, да? Да, правильно, я ничего не хочу администрировать. А тем более сервер. Не свой. Не, вообще не хочу пока. Я хочу, знаешь, сплоченное комьюнити, которое я буду огнем. Я буду чисто высекать искры, которые будут отражаться в сердцах многих и будут... Значит, мастер администрации. Ну, я управлял настоящими людьми, типа. Супермаркет, с которым я администрировал и приносил почти по полляма в день. 430-480 тысяч. Почти по полляма, вы прикинь? Момент, где надо было переключать рельсы, он был очевиден, потому что мы на протяжении всей трассы видели, ну, грубо говоря, машину, и всю трассу видели. Тут мы видим, клочками где-то появляется. Я логически понимаю, что это мини-игра, как и та. Тут надо сделать определенные действия, но эти определенные действия надо делать в реал-тайме, то есть когда он будет там, то есть он один раз так проехал, потом мне так надо сделать, либо мне настроить один раз нужно, чтобы он уже на этот момент, опа, вот это мы зациклили, и вот мы сюда вниз.
А, ну вот, как там? Настроить один раз маршрут. Так, мы сейчас спустили по этому кругу, да? Вот у нас по кругу. А то просрочку забирали даже. Полляма дали были. Дали бы хоть кусочек сала, а то просрочку собирали даже. А хочешь прикол? Чем больше магазин зарабатывает, тем больше, тем меньше процент дается на... Там закладывается, то есть на месяц закладывается лимит, до которого ты должен дорасти. Ну, то есть, например, у нас был лимит от 10 лямов до 12 в разные месяцы. Ну, то есть, 12 лямов, но это жирненько, короче. 12 лямов в месяц сделать, это жирненько, вообще хорошо так. 12-13 лямов, это уже прям хорошо. Мы, короче... Вот дают, например, тебе вот 12 лямов. Ладно, вот 10. Вот, ладно, 10 лямов. И дают тебе с помощью своих анализаторских каких-то программ или человеческих факторов, я не знаю, как это считается, и дают тебе, в общем-то... Нет, сюда... Нет, это вообще не влияет никак сейчас. Да, ну... Ну, ты тоже пойми, что, во-первых, магазин, он как конечный пункт в реализации товара. То есть магазин — это конечный пункт. Но до магазина есть логистика. То есть есть закупки, есть складские помещения. То есть за все это тоже же бабки нужно отдавать. Я это все учитываю, ну, как бы, когда говорю, ну... Плюс все вот это начальство сидит на шее обычного магазина, обычных магазинов, которые реализуют их товар. Вот. Плюс очень-очень большая доля... Нет, чистый доход 12 лямов. Ну, в смысле, магазин продал на 12 лямов. Мы же сами там процент не высчитываем. Вот, нам дают 12 лямов, мы 12 лямов продаем, например, за месяц. Это понятно, что у них там это не чисто, не все, никого. Я, если честно, не понимаю, не догадываюсь. Почему он не идет в эту трубу? Почему он не идет в эту трубу? Вот почему он идет вот так? Почему он не идет вот сюда? Почему он не идет вот сюда? Мне нужно вот в эту трубку поместить. И тут тоже, он когда пролетает, он сюда не идет. Зачем тогда вот эта трубка нужна? Если он сюда не переходит. А он, короче, двигается только... он не может поменять путь, как это было с этой фигней. Как с вагонеткой. Вагонетка могла как бы... Он чисто крутится вот против часовой стрелки. Спасибо большое, давай. Удачи во всех начинаниях, удачи во всех удачах. Я сегодня ненадолго за это. Сейчас уже тоже буду заканчивать, наверное. Потому что я 5-часовой стрим отвел музыкальный. Это уже будет 7 часов стримов. Поэтому 7 часов нормально. Решил в Депоне все-таки зайти, не могу в Депоне не заходить, а иногда приходится не заходить, потому что иногда стримы... Я планирую, например, на 3 часа музыкальный стрим, но в итоге он разносится на 5-часовой, потому что заходит моя американская подписчица, которая не спится, из которой надо уделить время, мы начинаем общаться, и все с ней начинают общаться, и мы начали общаться, и, короче, на музыку мы потом забили, грубо говоря, огромные там вот это всего...
Короче, он не меняет маршрут никаким образом. Я не догоняю, почему так? А может мне вот эту просто трубу сейчас вот так сделать и все? А, ну и все, и ничего не будет. Мне ж сюда надо пустить. Так, так, так. Вы слышите там задние? Ну, честно, я не знаю, мини-игры там левой ногой... Левой ногой писали, когда правой чесали задницу. Ну, грубо говоря, я все понимаю. И мы все понимаем, что и как нам нужно сделать. Определенные трубы на определенные места должны стать, чтобы... Вот у нас есть стартовая точка, грубо говоря, да? Вот стартует он здесь. Вот он едет сюда. Тут бессмысленно, вот эта труба вообще бессмысленна. Зачем она сюда, если она все равно поедет по этой же трубе? Эту трубу мы можем перевести сюда. И тогда у нас что? Зациклится. А если сюда? Он тоже зациклится. Он тоже зациклится. То есть мы должны цикл определенный сделать, чтобы... Вот это я не воспринимаю вообще никак. То есть он вот так катится и вот так. Оп-оп. То есть вот этого смысла я не вижу, потому что тут же он все равно сюда же попадает. Вот это, в этом смысла вообще не вижу. А, как нам попасть сюда, в эту трубу? Каким образом? Нам нужно в эту трубу попасть. Он в эту трубу никаким образом не хочет. Ну тут будет опять же вот такой цикл. Такой цикл будет и все. Так я с конца, я уже трубу поставил как надо. Вот выход, выходная труба. Я не понимаю, как с конца, потому что я сначала не понимал. В том прикол, что я не догоняю, как в конце сделать. А, это тоже нам вернет сюда, да? Там сюда, сюда. Так, пускаем сюда. Он летит сюда, сюда, сюда. Ну и он будет по кругу этому ходить большому. По большому циклу. Если так сделаем. Ну, нам в эту трубу надо все равно зарядить. Но это вообще не влияет ни на что. Это все бессмысленно. Мы, короче, меняем, грубо говоря, луп. Вот так он вернется обратно сюда, на стартовую, да. Это глупо. А если мы сюда опустим, так, так. Ну вот, вроде как говоря, мы ее и решили ее. Личная гонка. Летучий утконос. Я думаю, кстати, летучий это будет как раз вот отсюда он вылетит. Ладно, утконосиков пока мы не можем взять, потому что ящик подушка безопасности. Т
Так, не, не рыночный плац, и не магазин. Так, в гавань. Вот тут есть водоплавающего. Как его? Может, воды взять? Может, стаканом взять? Просто я думал, нам нужна рука была. Согласно прачка, водный канус вылупляется в пасти живой рыбы зебры. Наверняка можно найти способ попроще. Но, пожалуй, лучше не рисковать. Говорят, какие появляются один раз за поколение. Рыба зебра. Ну что? Галочки не было. Да, кстати. Тут только одна галка. Он уже вылупился. Тебе нужно найти подходящее гнездо. А, гнездо. Я думал, гнездо это для кого-то другого. А мы его можем брать так, что ли? Ай, горячо. Вперед, мой утка, клёвый друг. Тебе надо гнездо стеречь. А он миленький. Все равно нету. Все равно нету. У них утконосов в меню больше нет. Где? Я не вижу. А, на самом утконосе. Я ищу на этом. Я думал, я вообще не догоняю. Нам, короче, сачок нужен только для вот этого. Только для одного. Только для одного. Я-то думал, мне нужен сачок, чтобы вообще он, типа, на руки не попадается. Типа, каждого из них надо брать в сачок. Но не тут-то было. Типа, там галка что-то еще разбудил. А тут, что он уже на нужном месте и зачет. В смысле? А мы чего, не родили, что ли? Мы же родили там. Там же вылупился. Вот же, вылупился. Так, гнездо земляного еще надо всунуть. Уча. Так он не берется. Так он не берется, в том-то и прикол. А, ну урна, да? Урна, да? Here, platy, platy. Нет. Well, hello, so young. Или его скопать лопатой? Here, platy. Well, hello, so young and already Или... so aggressive. Да, да. It may not be a Может, water это не водный конус, но плавает здорово. Утконосы все водные. Here, platy, platy. Well, hello. So young and already so... Ну, это для водного утконоса, это не для тебя, я ж понимаю, но... Давай. Here, well, hello. So young... Here, platy... Well, so... Иногда надоедает эта игра. Прям выбешивает. Давай сейчас урну попробуем. Here... Well, hello. So... Ну, нам нужно будет ловить эту рыбу, я знаю. Вот, нить и крючок, все вот это я знаю, я понимаю. А люди еще говорят, что я ничего не в смысле в рыбалке. Я сделал рабочую крюка штука дрюку. I'm sure I could come up with it, but I...
It should be possible to build something. A toolbox for wash. Пара-па-парам. Сейчас мы, короче, его не можем взять, потому. А если мы опять выключатель нажмем? No, the ice block is stuck tight. I probably need tools. Я надеюсь, мы его не убили. I should be able to free it from the ice with. Cold. Надеюсь, я его не убил. Так тут рождение же, мы рождили его. Какой убили Руфа с сторонним животным? Да-да, по первой серии второго. Где гнездо найти? Я знаю, там есть гнездо, но оно наверху. Больше гнезд я не знаю где. Где я забрал? Точно. В Бельвью. Точно. Точно. Я еще помню. Ну просто меня немножко Влад. Теперь тебе надо гнездо стеречь. Мутка глювый, что-то там. А он миленький. После Финиса и Ферба я так обожаю утконосов, не знаю. Такие миленькие. Просто из-за того, что мы сместили немножко курс нашего повествования на реальную жизнь, на всякие там Майнкрафты, я немножко выпал. Я обычно же говорю, я все помню. То есть, я же помню это гнездо, но я просто, так как мы перешли на это, и какая-то часть, вот она там. Вот мне интересно. Это что такое? Опа, слышь. Красная труба ведет к маленькой Венеции. Зеленая в центр индустриального района. А желтая в тот темный переулок. Так, зеленая куда, чего еще? Красная в маленькую Венецию. Зеленый центр индустриального района. Индустриальный район, где у нас? У нас индустриального района нету. Что мы сделали вообще? Пошлите в темный рынок. В темный переулок, Белвью, во двор мастерской. Я сейчас только заметил, благодаря этой фигне. Па-па-пам-па-ра-пам-па-дам-па-рам. Да. А я что другим занимаюсь? Это не секретный стук. Вот дьявол. Ладно, забей. А как нам забрать вот этого красавца? И как забрать Питер? Гнездо. Да я пробовал, он говорил, что куда там из жопы что-то вылазит, он не любит брать. Согласно справочнику, это яйцо водного утконоса. Круто, его так как раз нет в моей коллекции, не хватало. Блять. Я очень не люблю вот это. Когда ты, сука, делаешь игру, ты сразу на нее помещаешь все, что будет, блядь, в течение 10 часов в ней происходить на определенной локации. Это немножко тебя сбивает, типа, да, ты не можешь взять в руки. Он такой говорит, я не буду брать в руки то, что вышло из чужой задницы. Я такой, окей, он не будет его трогать, потому что...
Где там? Сюда вроде. Ну, потому что вот тут есть рука, да? Я, наверное, этой рукой могу собрать все яйца. И такой, ну да, наверное бы. Я бы смог бы все сделать. Короче, вот эти заглушки, я просто это моя первая, грубо говоря. Ну, не первая, есть еще одна игра, в которой я играл. Мыть мои вещи совершенно не зачем. Я хочу подготовить операцию на мозге, а не открыть его с мороженым. Ну или для чего там надо все мыть и чистить? Может быть, урну с водой. А, нам надо же в рыбу закинуть это яйцо, точно забыл. Так, нам нужен этот молодой. Ой. Что за Ну я, короче, мимо этого проскочил. Мимо того. Вот как нам чего сделать? По сути, я знаю, что мы должны рыбачить, там ведро с наживкой, ведро с крючком, я там крючок и брал. Можно просто так кинуть. Или... Эта штука и так у меня. Короче, ты, возможно, человек, который... адекватно воспринимаешь все заглушки, я воспринимаю это очень не... не то чтобы неадекватно, это очень меня выбешивает. Когда у тебя миллиарды всего там... А где этот, я забыл, где сам этот живет? Ресторанчик. Где ресторанчик? Я забыл. Может, тоже в Белвью, да? Правильно? А, вот старый город. У меня тут есть яичко. И гнездо. Теперь-то мы можем взять, да? Иди сюда, блин. Теперь-то мы можем это воздушно. Согласно справочка, это яйцо летающего утконоса. Круто, его как раз таки в моей коллекции не хватало. Да. Короче, я неадекватно воспринимаю все эти заглушки, так как я не играл в такие жанры, а в той игре, в которую я играл, не было ни такой чепухи не было. Она была Forsaken Souls Part 1 вроде назывался, если я правильно произношу, конечно же нет. Как нам ему вмыть его в небеса? Так, еще раз прочнем. Яйцо мы получили, яйца все получили, да? Я его нашел, уже неплохо. Осталось только его высидеть. Летучий утконос выпадает в свободном полете с самой высокой точки гнездования. Хитро, но круто. Один из конца выпадается, не понял. В пасе живой рыбы зебры. Какая гадость. Так написано, что рыбы зебры обитают в пресной воде. Надеюсь, здесь будет не... Там-то у нас как бы море, как бы океан, да? А как нам сюда пробраться? Или на дерево его, что ли, закидонить? Мое хорошее яйцо. Эй, руки дверь! Окей, все. Там тайная дверь в шкафу была. У батя было, может, там проходит. Точно. Но она не открывается почему-то. Мы же пытались.
Pull on the book. Wow. Pull on the wow. Ну типа нам она это и намека. А, вот она. И ты это будешь при нем делать, и он ничего не скажет. Понимаю. Ну, сынок же любимый все-таки. Что ему что говорить? Зачем? Зачем он что-то говорить? О, тут какие-то. Какой-то у него там. Ветроуказатель, ну. Пошло-то яйцо нахрен, как говорится, на высокую нахрен точку. Наверное, это она, самая высокая точка гнездования. Но мы выяснили, что без тебя, причем еще выяснили. Вас приветствует флагомат. Флагомат. Чтобы спустить флаг, поместите сюда прах. Удобно. Пока он поднят, это самая высокая точка острова. Но так я не могу положить туда яйцо. Просто выкатится с другой стороны. Ну да. Это не самое высокое, но тебе надо кинуть и нажать. Кренгельс. Хе-хе, вот это дурацкое слово. Кренгельс, Кренгельс, Кренгельс. Крючком подеть, да? Крючком подеть Кренгельс. Крюк идеально цепляется за Кренгельс. Теперь надо только придумать, зачем мне это надо. И вуаля. Я за тебя все придумал. Зачем тебе что-то думать? Скажи мне, пожалуйста. Да пошел ты. Я попробую разобрать ее. Мои вещи на самом деле... It's not like any. Давай. When it's raised, this is the highest point on the habitat, but then I can't put the egg in there. It'll just roll out the other side. Какие-то глупости. А у нас праха-то больше и нету. Вас приветствует флагомат. Чтобы спустить флаг, внеси сюда парах. The hook fits in now. Good idea. Now, I just have to fasten the end somewhere, and I'll have the perfect catapult. Адекватный, нет? Ничего не случилось. Моя катапульта из штанов почти готова. Нужно только как-то ее натянуть. Ну, конечно, с ручным пылесосом, ё-моё. Ты меня вымешиваешь. Чем тебе натянуть ее? Я не понимаю. Моя катапульта из штанов почти готова. Нужно только как-то ее натянуть. Как-то натянуть. Натянуть, как говорится. Welcome to the for half handy. Чили-чили-чили. Я не знаю, что мне делать. Ведь праха больше нет. Ну, это я все уже пытался.
и трубу шатать, как говорится, и не сильно натянуты. Опа. Громит. What a silly Громит. Может быть, мне нож нужен? Нет. Нежно тянуть. Не сильно натянутый ветер указатель с яйцом. Моя катапульта из штанов почти готова. Нужно только как-то ее натянуть. Натянуть дальше. Еще, да? Еще дальше. Я думаю, может, пылесосом втянуть? Нет, ни хрена. Варарам, пирурум. Опа, что за люк? Что за фильтр? Что это? Это фильтр? Кажется, он от флагомата. Никогда не настанет, когда я буду чистить фильтр своего нищенного папаши голыми руками. Ну да, надень перчаточки, мой хороший. Или всоси это пылесосом. Ты же мне намекаешь на него. Скажу сразу, я вовсе не намерен здесь убираться. Я просто хочу испытать достаточную мощность ручного пылесоса. Жалкие остатки. Такого ворса у меня на плаще полно. В трубу надо закинуть обратно. Она поднимется, поднимется обратно. Да? Чего? Я еще хуже сделал, что ли? А, я тупень, да? Он же уже у меня натянулся. Он же у меня... Ну это что, очевидно, что ли? Ну я уже поплыл, надо завершать стримчанский. Сейчас это доделаю и, наверное, завершаю. точно. Осталось только развязать узел, и тогда... Эй, что это еще за номер? Я не могу развязать этот чертов узел. И почему я такой гениальный вязатель узлов? Я понял. Нам нужно к той женщине получить нож. Но нож она просто так не даст. Потому что она женщина. Как сказать... Я не знаю... Как с ней общаться еще? Поверить не могу! Да мне плевать, впервые там кто-то или нет! Да хоть бы ты сам Стефано Стеллетти оставил бы у моей двери с тортиком, я бы все равно полетал за пистолетом! Какого? Чего тебе опять нужно? Порой ты мне напоминаешь мою девушку. Тони, да? Точнее, ее треть. Она так толстая. Я имел в виду с ее темпераментом. Толстая и сварливая, значит. Ну, я тогда, наверное, пойду. А ты мне нож не дашь? Я только посмей тудным-сюдным и вот тут у меня. А я еще раз посмею. Какого тебе опять нужен? А где диалог с ножом? Раньше там был диалог с ножом. Чего? Это баг игры, да? Раньше был диалог... Самый первый про нож, когда я еще даже не поздоровался с ней. А почему был диалог про нож, который я даже не сказал? Думаю, ну ладно, потом. Если нож у босса... Вот это я тоже не пойму, что тут делать. Нам еще невидимую эту херню надо стибрить. Пойдем в таверну с Бозо пообщаемся. Дай ножик, а? Ну, будь братом, по-братски там. Привет, Бозо. О, Руфус, чего ты хотел?
Так что ты хотел сказать? Что-то о твоем фирменном абордажном маневре? Я понятия не имею, о чем ты. Я как всегда. Ну ладно, ты меня не обманешь. Все, пираты одинаковые. Девушка в каждом порту. Но мы постоянно ищем, куда бы еще причалить, да? Вовсе нет. Хотя... Ха, я так и знал. Моя бомбина живет здесь, на плавучем черном рынке. Но это, наверное, не считается. Мы были вместе только 2 дня, и она вышвырнула тебя за порог, и она все время держала у меня на ушке. А, это должно считаться. При чем тут гал? Мне нахер про гал ничего сейчас не надо. Все, я пошел. Точно, просто слушай свое сердце, а я пока скажу за аптечкой. Ну, увидимся. Не заблудись. Я пущу в туалет, я хочу в туалет так сильно. Заперто. Ну, конечно, ключ у этого. О, солями у меня подбешивает, если честно. Уже подбешивает. Уже какой раз это все, но уже подбешивает. Это у нас сюда упадет то гнездо. А, то гнездо, говорю. Сюда упадет, по-любому, да? Вот эта херня, золотой дракон невидимости. Выпрямитель бананов. Лотомат. Тан-тан-тан-тан. Я пока не полагаю ничего, кроме чего, кого бы и надо было бы. Я пока ничего не полагаю, как тут все это устроено. Еще расскажешь, что Сулямил, я тебя тресну. Вот тут нам надо невидимкой стать, чтобы пробраться к этим чувачкам с турнирную руку стыбрить. Не знаю, где нож теперь? Дверь закрой, печь. Не смущай меня, пожалуйста. И вот это для чего вообще нужно существует и почему оно вообще надо? Я не понял пока. Я пытался все. В общем, ладно. Уже мозги начали меня покидать. И началась какая-то ерундистика. Когда такое начинается, надо сразу завершать. Потому что кроме агрессии и негатива, это ни к чему хорошему не приведет. В общем, 2 мы вылупили. Одного даже... 2 даже посадили. А нет, 3 мы вылупили, нет? Нет. 2 мы вылупили. 2 сидят уже по своим местам, надо бы еще 2 по местам накидать. Нам нужен нож или кто, или что, я не знаю, пока не понимаю. Не догоняю. В общем, цепочка утконосов сегодня не будет завершена. Так как я хотел бы уже завершить этот стрим. Посмотри сюда, Руфус, негодник. На зрителей посмотри. Ну какой ты вот балбесина. В общем, большое спасибо всем, особенно Владу и второму Владу, обоим Владам и всем Владам вообще на этом свете. Большое спасибо. Вот, с вами были Руфус и Джейсон, поэтому... Не поэтому, с вами были Руфус и Джейсон, мы играли замечательную игрушку Депония. Это вроде как... Как называлось? House of Deponia, да? То есть House of Deponia, это вроде 2 часть называется. Поэтому большое всем огромное спасибо. Всегда всем спасибо, все свободные. Увидимся завтра. Завтра будет какой-нибудь новый стрим. Я не знаю, что буду стримить, поэтому я буду стримить, но что-то буду стримить. А может, не буду. Но я уже пару месяцев каждый день стримлю, поэтому это уже такая традиция.
каждый день что-либо достримить. В общем, всем пока. Всего самого наилучшего, замечательного. С вами был Джейсон Гарум. Был этот ерундистика, вот это от Руфуса была, как всегда. И от этих, как его, всякие заглушки, вот это я ни черта не понимаю, почему так должно быть, но, скорее всего, я малый знаток игр в жанре, в стилистике point-click. Поэтому, скорее всего, это моя вина, и никто не виноват. А по поводу Руфуса, да пошел, я уже смирился. Вот в этой серии я уже смирился, то, что он такой балбес, ну ладно. В общем, пока-пока, всем до свидания, до завтра.